Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Что нас ждет в августе? Индийский пророк приоткрыл завесу грядущего. Индия – страна с особой мистической энергетикой, древней культурой. И поэтому неудивительно, что именно тут в разные века жили многие самые известные пророки, предсказатели и духовные учителя. Эта особенность сохранилась и в наши дни, ведь представители этого государства по-прежнему живут по заветам предков. Провидец Абигья Ананд, родившийся в 2006 году, несмотря на свой юный возраст, уже добился уважения среди сограждан и обрел известность по всему миру. Будущий предсказатель поражал своих близких с самого рождения, демонстрируя все признаки вундеркинда. Блестящая память позволила ему запоминать огромное количество информации, благодаря чему к 8 годам мальчик прекрасно знал школьную программу на уровне пятиклассника. Но Абигью интересовали не только точные науки. Стремясь познать устройство мира, он изучил священные тексты, астрологию, уделил внимание поэзии. Родители талантливого ребенка создали для него блог, в котором он сначала читал стихи, а позже начал рассказывать о грядущем, поражая людей точностью своих предсказаний. Молодой предсказатель в своих прогнозах основывается не только на астрологические данные, он также анализирует древние ведические писания, благодаря чему видит будущее с пугающей точностью. Благодаря этому Абигья стал одним из немногих провидцев, предупредивших мир о пандемии, вызванной коронавирусом. В своих прогнозах он не ограничивается будущим родной страны, считая своим долгом приоткрыть его тайны для всего мира. Сегодня мы узнаем, какие события будут ждать планету в конце лета и что может произойти уже этой осенью. Известный индийский астролог предупреждает, что значимые перемены, которые затронут практически весь мир, произойдут совсем скоро, поэтому всем нам нужно подготовиться к различным испытаниям и трудностям. Абигья уверяет, что все они могут стать началом положительных изменений. Но пока нам придется запастись терпением, ведь путь к светлому будущему окажется тернистым. Уже в этом августе в разных частях света начнут происходить глобальные события, которые вызовут напряжение среди населения. Предсказатель предупреждает о волнах провокаций множества фальшивой информации, способных привести к бунтам среди населения. Особенно осторожными следует быть жителям Индии и дружественной ей стран. По словам астролога, серьезные метаморфозы произойдут в Азии. Они будут доходить до того, что в некоторых регионах произойдет смена политического строя. К сожалению, это не улучшит международные отношения между странами. Рост напряженности продолжится, поэтому имеет большая вероятность обострения конфликтов. Абигья отмечает, что неблагоприятное положение Марса и Сатурна делает бескровный вариант развития событий практически невозможным. Кроме того, он предрекает масштабные реформы, которые произойдут в ряде стран, включая Россию. Они будут направлены на достижение процветания и обретение независимости от внешних факторов. Но поскольку подобное начинание занимает длительное время, на первых порах будут ощущаться сложности, в том числе во взаимоотношениях между государствами. Однако развитие в этой области продолжится, позволяя нашей стране пережить все невзгоды и продолжить развитие, продолжая взаимодействовать с дружескими странами. В Индии, являющейся родиной пророка, также произойдут перемены. Однако они будут более спокойными, не затрагивающими дух этой страны. Стремительное развитие позволит ей занять лидирующие позиции на мировой арене, став одной из сил, с которыми будут считаться. В то время, пока страны третьего мира будут совершенствоваться и развиваться, европейские государства рискуют столкнуться с упадком. Не лучшую участь Абигья предсказывает и США, предрекая американцам серьезный кризис и потерю многих сфер влияния. Попытки удержать власть над миром приведут к многочисленным вбросам в сети массовой информации, вспышкам, разжиганию ненависти между разными культурами и национальностями. Подобные провокации станут причиной беспорядков, поэтому астролог советует отказаться от посещения массовых мероприятий последний месяц лета. С наступлением осени конфликты не утихнут, постепенно принимая все больший масштаб. Уже в следующем году появляется опасность использования мощнейшего оружия нового поколения, которое обернется геноцидом. Попытки завоевания новых сфер влияния приведут к противостояниям не только на суше. Имеется риск многочисленных нападений на суда, преимущественно в прибрежных водах Тихого океана.
энергетика меняющегося мира повлечет за собой и погодные изменения. В некоторых зонах участятся землетрясения, по планете пронесутся мощные ураганы. Заглянув даже на территории, которые ранее обходили стороной, повышается риск наводнений, а подземные толчки в прибрежных водах станут причиной цунами. Эти события также внесут свою лепту и в формирование будущего Земли. Процесс будет отнюдь не быстро, захватывая несколько лет, поэтому всем нам придется запастись терпением. Одно из наиболее сильных подводных землетрясений произойдет у берегов Средиземного моря, а его разрушительные последствия коснутся стран Ближнего Востока и южной части Европы. Менее мощные катаклизмы станут наблюдаться повсеместно, вынуждая людей действовать сообща и учиться в срочном порядке находить договоренности. Благодаря этому население планеты станет все чаще задумываться об экологии, проявлять заботу о природе. Однако индийский провидец Абхигья уверен, что все трудности, с которыми нам предстоит столкнуться, могут стать нашими возможностями, позволяющими развиваться и открывающими путь к счастливому будущему. Чтобы снизить риски, он советует следить за информацией о том, что происходит в мире, отметая недостоверные и лживые данные. Также он отмечает важность прогнозов, которые позволят вам избежать попадания в центр катаклизмов. Начиная с августа, не стоит участвовать в массовых мероприятиях, даже при соблюдении всех мер безопасности. Кроме того, индийский юноша-пророк рекомендует повысить свою осознанность по отношению к природе. Минимизируйте количество мусора, отдайте предпочтение биоразлагаемым упаковкам, чтобы не причинять вреда экологии. Но самое главное – сохраняйте спокойствие и здравомыслие, не позволяйте эмоциям выходить из-под контроля, ведь подобное может привести к неприятным последствиям. Помните о том, что любые трансформации, даже если в конечном итоге направлены во благо для человечества, сопровождаются множеством трудностей, однако пережив их, вы становитесь сильнее и открываете для себя новые пути, ведущие в светлое будущее.